часть ее курса, что такое персонализация, почему это важно? Почему это важно для экспертов, почему это важно для людей, которые хотят быть, хотят делать то, что они хотят, и получают за это деньги. Наслаждаться, быть заметными. Да, понимаете, быть заметными для других. И заметными не потому, что говорить какие-то вещи, которые другие хотят услышать, а говорить свою правду таким способом, чтобы другой тебя услышал, понял, захотел и купил то, что у тебя есть. Но что у тебя есть? У тебя есть твоя уникальная суть, твоя природа и твои знания, но в основном твоя природа. Да, то есть мы уникальны не знаниями. Да, совокупность знаний — это, конечно, замечательно, но то, кто мы есть на самом деле, именно это делает нас ценным для другого человека. А вот как показать, кто я есть в Инстаграме? Да, мы можем рассказывать какие-то вещи, не знаю, следовать трендам ТикТока или еще что-то, танцевать в сторис, какие-то шутки постить или еще что-то. Но как показать, кто я есть из всей своей глубины? И сделать это так, чтобы это было интересно, чтобы это было вкусно, чтобы это было сочно, чтобы однажды, зайдя на вашу страничку, просто листая миллион похожих практиков, коучей, помогающих, нумерологов, психологов, неважно кто, но очень мы все одинаковые. Так хочется быть нормальными, знаешь, как у всех. Вот такие вот, как у всех. Знаешь, пошел, посмотрел, как у другого сделано, и у себя написал. Тут немножко утащил, там немножко утащил, и вот что-то такое вот из себя извлек. Но там вас-то нет. Я об этом говорила уже, я про это говорю, но я с другой стороны. Да? То есть я вот эту часть, которая про вас, я ее вытаскиваю, позволяю ей начать звучать, быть, ее чувствовать, не ссать, быть собой. А это уже следующий шажочек, когда вы поняли, что Зомбиленд — это не ваша история, да, когда вы хотите быть, не знаю, флагманской фигурой запределья, да, выйти за свои пределы и показать, как красиво можно жить, как красиво можно проявляться, как красиво быть собой и узнать о том, что вы — это вообще-то очень красиво, вообще-то очень классно. И это про огромную любовь к себе. Я об этом говорила, если помните, я там писала что-то, или там даже видео у меня было, по поводу понять, кто вы есть. Авокадо, манго, да, дуриан, то есть понять, кто вы есть, и из этого понимания уже проявиться в мир. И это очень легко. Ну как легко? Давайте так, у Алины курс не для слабонервных, честно признаемся, и для людей, которые готовы думать, готовы творить, готовы зажигать сердца других людей своей уникальностью, своей красотой. И если вы такой человек, ну и, наверное, вы в какой-то степени мне доверяете, моим рекомендациям, да, там уже два человека, по-моему, на курсе, на следующем курсе уже два человека, а я уже не говорю про это, по моим рекомендациям. И это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать в себя. Хотите сбежать из вот этого гребаного зомби-ленда, в котором все одинаково, в котором все плейн такие, знаете, ни рыба, ни мясо, ни о чем, ни вкусно, ни понятно, ни звучит. Вы же не для всех, вы не должны нравиться всем, вы должны нравиться себе и людям, с которыми вы хотите взаимодействовать. И внешняя атрибутика, внешнее проявление — это то, что позволит вам быть собой, а людям, для которых вы нужны, ценны и важны, увидеть вас и увидеть ваше послание, увидеть его настолько четко, что сказать: да, мне к тебе, вообще за любые деньги, мне к тебе, мне других не надо, потому что твои смыслы, то, как ты выражаешь себя в мир, я хочу. Здесь вся фишка-то в том, что покупается энергия человека, покупается его сила, его красота, его вот это. Задача в том, это просто, чтобы показать наружу. В живом общении, когда мы общаемся с вами вживую, один на один, это очень... Все наши друзья, они покупают нашу персону, кто мы есть. Потому что это чувствуется, это ощущается. А как показать большому количеству людей, на автомате это причем сделать? Да? То есть не задумываясь уже потом это делать. И окружать себя своими людьми, создавать вокруг себя свой мир, в котором вам комфортно, куда приходят ваши люди, где вам хочется быть и взаимодействовать с этими людьми на равных. Вы что-то даете, они вам что-то привносят, и вы наслаждаетесь своей жизнью. Вот ее курс — это про это. Я уж не знаю, что вы поняли из моей речи, но, в общем, просто туда идите и берите лучшее, что существует на рынке. Что касается моей рекомендации, я себе похожего специалиста, вот такого направления, такой глубины и с такими квалификациями искала, дайте соображу, год, наверное, год.
когда я общалась с похожими специалистами, заканчивалось тем, что они уходили со встречи с моими рекомендациями, с какими-то, да, о... вообще, зачастую о том, как дальше жить. Разные были у нас разговоры. Это классные люди, мы с ними и подружились, и нашли точки пересечения, но для меня полезного человека я не могла найти очень долгое время. И когда я нахожу таких специалистов, когда я нахожу таких классных специалистов, я безмерно счастлива, потому что когда человек на своем месте делает то, что ему в кайф, то, что он умеет делать, и при этом это несет огромную ценность людям, меня это всегда безмерно затрагивает. Просто я сама создаю таких людей, я сама всех выпихиваю это в то, что давайте, вот так это классно. И таких людей, на самом деле, экспертов не так много, хотя, казалось бы, весь Инстаграм ими заполнен. Поэтому воспользуйтесь и моей экспертностью в поиске людей, классных специалистов, и Алининой экспертностью, и курс у нее стартует там, в январе, в конце января. Есть еще время на то, чтобы закончить какие-то свои дела, и 2 недели, или может быть даже 3, я не знаю, сколько будет идти курс, посвятить себе. Это потрясающая инвестиция, я вам от всей души рекомендую туда вписываться и находить возможности для того, чтобы сбегать из своей серой реальности, проявляя свою истинную природу во всем своем великолепии. Это единственное, что имеет смысл делать, а не вот эти вот с 7 до 8 на работе. И, ну, ребят, я давайте не буду за эту тему топить. Я думаю, что вы понимаете возможности жизни и проявленности. Даже если вы живете в корпоративной культуре, когда вы яркий, когда вы заметный, движение по жизни становится значительно легче. Яркость и заметность приходят, когда ваша энергия проявлена во внешнем мире, в результатах и в том, что вы заметны другому человеку, большому количеству людей. Ваша экспертиза, ваша душевность, ваша энергия, ваши посылы и ваши смыслы. Вот Алина помогает все это сделать. Так что не думайте, идите.